И в завершении выпуска о спорте. Первую домашнюю игру в этом сезоне сыграли североказахстанские футболисты. Встреча проходила в рамках 1/8 Кубка страны. Соперником Кызылжар СК стала команда Ордабасы из Шымкента. Посмотреть захватывающий матч пришли больше 8 тысяч человек. Однако надежды болельщиков наши спортсмены не оправдали. Проиграли со счетом 0-1. Единственный гол – это был 11-метровый на 60-й минуте забил Гагита Гугуа. Пенальти нашей команде назначили за нарушение правил. Все оставшееся время Кызылжар СК старался сравнять счет, но оборона шымкентцев была сильной. Таким образом, наш футбольный клуб покидает борьбу за Кубок страны, едва ее начав. Надеюсь, что болельщик остался доволен игрой команды «Петропавловск». Да, не хватает исполнительского мастерства, не хватает чуть-чуть, конечно, качества. Но для первой игры я считаю, что мальчишки справились со своей поставленной задачей. Не проиграли вчистую, проиграли в упорной борьбе. И думаю, что вы сами видели тот пенальти, который назначили. Но это от того, что отсутствует класс у защитника.